Ни для кого не секрет, что нынешняя линейка Volkswagen очень обширная и включает разного рода седаны, хэтчбеки, универсалы, кроссоверы и минивены. Но одной машины в гамме конструктора из Вольфсбурга все же не хватало. Это среднеразмерного универсала повышенной проходимости. Но зимой пробел был заполнен. На свет появился Passat All-Track, совмещающий в себе комфорт седана, вместительность универсала и проходимость небольшого кроссовера. По словам разработчиков, новинка адресуется тем водителям, кому мало возможностей обычного универсала Passat, но которые при этом не хотят пересаживаться на полноценный кроссовер. А Passat All-Track как раз и станет той самой золотой серединой. От обычного универсала версия All-Track отличается новыми бамперами во внедорожном стиле с дополнительными элементами защиты днища и пластиковым обвесом по всему периметру кузова для защиты лакокрасочного покрытия от привратности бездорожья. Габариты по сравнению с обычным универсалом не увеличились, но дорожный просвет при этом вырос на 3 см и теперь равен 16,5 см. Благодаря этому увеличились углы съезда и выезда, а также угол рампы, так что с легким бездорожьем такой Passat должен справиться без проблем. Линейка двигателей Passat All-Track насчитывает 3 агрегата. Бензиновые моторы объемом 1,8 и 2 литра, мощностью 160 и 210 лошадиных сил, а также 2-литровый турбодизель с двумя степенями форсировки – 140 и 170 лошадиных сил. Версия со 160-сильным бензиновым мотором будет переднеприводной. Для 140-сильной дизельной версии система 4Motion будет доступна в качестве опции. А на самых мощных Passat All-Track трансмиссия с электрогидравлической муфтой полагается в качестве стандартного оборудования. В нормальном режиме движения 90% крутящего момента передается на переднюю ось, отсюда и дополнительная экономия топлива. Но при возникновении нештатной ситуации на заднюю ось может быть переброшено до 100% крутящего момента. Кроме того, на передней панели автомобиля есть специальная кнопка, с помощью которой включается режим, облегчающий водителю езду по плохим и разбитым дорогам. Электроника адаптирует под бездорожье работу трансмиссии и АБС, а также активизирует работу системы помощи при спуске с горы, подтормаживающей машину при движении под уклон более 10 градусов. И ввиду того, что дороги в Беларуси все еще далеки от идеала, а зима порой длится чуть ли не полгода, Passat All-Track найдет понимание у отечественных водителей. Ну а «Автопанорама», как водится, испытает новинку из Вольфсбурга первой. Следите за выпусками.